Сотрудниками управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому городскому округу и при силовой поддержке Росгвардии задержаны участники группы, подозреваемые в вымогательстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из кафе, расположенном на Советском проезде в городе Видное, при передаче части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались двое мужчин в возрасте 25 и 30 лет. В ходе личного досмотра у задержанных обнаружен и изъят телефон, используемый для звонков с угрозами потерпевшему, и денежные средства, добытые преступным путем. В отношении правонарушителей следователям Следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.